Настоящая борьба за тепло в домах краснодарцев. Аварийная бригада устраняет большую утечку на подземной теплотрассе. Закончить планируют ночью. Авария произошла днем на трубопроводе, который пролегает в районе улицы Ким. Из-за этого без отопления и горячей воды остаются улицы Воронежская, Кубанская набережная, Суворова, Кирова, Орджоникидзе, Гудимы, Пустовая и частично улица Красная, а также несколько социальных объектов. Аварийно-восстановительные работы контролируют специалисты МЧС и Департамента городского хозяйства ИТЭК. Как только порыв ликвидируют, систему начнут заполнять водой. Ориентировочно утром 1 декабря батареи в домах горожан станут теплыми, а из крана побежит горячая вода.